Приветствую вас. Чувства к вам у него, конечно же, есть. Они определенно есть, потому что, ну, несмотря на всю не очень, может быть, правильную с точки зрения общества жизнь, мужчина все равно к вам проявляет явную симпатию. Не совсем понятно, что это за симпатия, что она в себя включает, может быть, речь идет о чем-то в большей степени платоническом, может быть, речь идет о чем-то, по большому счету, таком возвышенном, таком, знаете, отстраненном, романтичном, что мужчине вот нужно вас. Именно поэтому он как бы проявляет к вам инициативу, именно поэтому он вроде бы как хочет что-то сделать, но его привычки, пагубные привычки не дают ему покоя, не дают ему возможности как-то вот это довести до конца, и он срывается, понимая, что не может дать вам, скорее всего, того, чего вы достойны, опять же, по его мнению. То есть чувства есть, но они у него погребены под слоем его пороков, если угодно, хотя я это слово не очень люблю. Они погребены у него под слоем влечений, под слоем ошибок, под слоем отношения к себе, человек, который злоупотребляет алкоголем и наркотики, редко когда может обладать такой характеристикой, как самоуважение, любовь к себе и так далее. И, возможно, вас он действительно видит некий такой свет, некий такой ориентир, который, ну, как бы напоминает ему о том, что в жизни есть не только то, чем он живет, но и что-то прекрасное, что-то такое нежное, что-то искреннее и так далее в виде вас. Но при этом мужчина, наверное, никогда реально не планировал с вами что-то серьезное, потому что понимал, что, ну, наверное, вы друг другу не подходите. Где-то в глубине души у него это понимание есть. И я думаю, что тот факт, что у него есть чувства к вам, может помочь, конечно, с маленькой вероятностью, но может помочь решить его проблемы. То есть и алкоголизм, и наркотическая зависимость, в принципе, поддаются лечению. Если человека подвергнуть хорошей детоксикации, если человек отвести к хорошему наркологу, он поможет вашему мужчине от всего этого избавиться. Долг 40к выплатить, конечно, тоже можно, если он не будет тратить все свои средства на наркотики и алкоголь. Тут, в принципе, важна мотивация человека, важно стремление человека. И вам, в принципе, можно сказать мужчине о том, что вы могли бы рассмотреть возможность быть с ним, если бы он не употреблял наркотики и если бы он не употреблял алкоголь. Не можно, что там с долгом, долг можно выплатить, а вот алкоголизм и наркотическая зависимость, это очень серьезно. Ну и если вы увидите, что мужчина действительно записался на лечение, действительно начал избавляться от этих зависимостей, ну тогда можно говорить о том, что у него действительно к вам серьезные чувства. Пока то, что видно из вашего текста, это определенная симпатия. Может быть, что-то больше, чем симпатия, но, к сожалению, не более того. По крайней мере, это вытекает из вашего текста. Может быть, вы сами считаете по-другому, и вы имеете право так считать, потому что
вы этого человека видите. Но вот по тексту получается именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.